И начнем с оперативных данных по коронавирусу. На сегодняшний день в степном регионе зарегистрировано 2898 случаев заболевания COVID-19. За сутки прирост составил 58 случаев. Еще один пациент скончался. За весь период пандемии умерли 41 человек. В тяжелом состоянии находится 10 пациентов, из них 5 на ИВЛ. Всего выздоровело 2100 человек. На лечении с проявлениями симптомов ОРВИ находятся 320 пациентов. В режиме домашней изоляции 1031 пациент. По словам главного санитарного врача Калмыкии Джангра Санджиева, к семейным контактам присоединились работа, родственники, магазины, места общественного пользования. Поэтому и увеличивается количество заболевших. Если раньше было в среднем по 2-3 контакта к больному, то сейчас от 5 до 7.